Всем любителям Fallout'а большущий привет! Сегодня рассмотрю с вами проблему с полноэкранным режимом Fallout 4. Для решения данной проблемы нам понадобится всего несколько кликов. Ну что ж, поехали! Прежде всего, для решения данной проблемы мы открываем лаунч. Настройки и сбрасываем все настройки. Нажимаем ОК, ОК. И если у вас не стоят две галочки, оконный режим и оконные без рамки, в обязательном порядке ставим эти две галочки. Нажимаем «Принять» и выходим из лаунча. Далее мы открываем проводник и ищем папку. Она должна быть у вас на локальном диске C, либо D, в документах «My Games Fallout 4». Здесь ищем файл «Fallout 4 Press». Такой же файл находится в самой корневой папке игры. Там есть тоже папка «Fallout» и есть такой же самый файл. Если вы в нем что-то измените, то это вам проблему не решит. Вам нужно искать именно в документах, там, где находится и само сохранение, как видите, здесь папка «Save». Далее, открываем Fallout 4 Press.ini. Открываем его в блокноте. Вот, далее ищем строчку с разрешением. Две строки, точнее. Это ширина и это высота. В зависимости от того, какое разрешение у вашего монитора, вы ставите максимальное значение. У меня это Full HD, я ставлю 1920 на 1080. Далее смотрим. B Full Screen равно 0. Так его и оставляем. Закрываем. Сохраняем. После всех манипуляций с разными файлами и папками, мы просто запускаем Fallout 4 и ждем. Как видим, у нас Fallout 4 запустился на полный экран. И он работает. Мы можем начать новую игру, либо продолжить уже то, что мы играли. В настройках мы можем настроить дистанцию от рисовки персонажей, предметов, объектов, ну или травы. Это уже насколько ваш компьютер мощный, вы сами ставите, выбираете эти значения. Больше в настройках здесь ничего нельзя сделать. На этом мое видео заканчивается. Если это видео вам помогло, если вы решили данную проблему, то ставим большие пальцы вверх, подписываемся на мой канал, ждем новых видео. Всем пока!